Охотничьи наконечники Carbon Express, модель Native. На сегодняшний день поставляется вот в такой упаковке. Три штуки в комплекте, 100 граммовые в данном случае. Тело алюминий, анодированный либо крашеный. Тут не поймешь, вроде анодированный. Лезвие сталь. В принципе, тут простая форма, все, наверное, из картинки было понятно. Толщина около 2 мм. Это ответ на вопрос, а что они стоят рубль 800, а я наподобие китайские видел за 600, 5 штук. То есть плюс, если взвесим их все подряд, разброс по массе будет там крайне небольшой. В то время как у китайцев, допустим, недавно я перемерял своих китайцев, там обнаружилось разбег до 6 грамм по наконечникам. Центровка качественная, стабильность полета. Лезвие фиксируется посредством двух болтов. Один болт вкручен с одной стороны, шляпка его с другой стороны, другой болт. То есть они друг напротив друга вкручены. Ну, в общем-то, вот и все. Недорогой, но качественный американский наконечник. Хотя на пачке вы найдете Made in Vietnam, по-моему. Но бренд американский. Такие вот нативы. Ладно, всем счастливо, всем пока.